Здравствуйте, меня зовут Уильямс, я повар. Сегодня я буду приготовить шпинат и блины. Масла не надо много. А что у нас еще готово к блину? Это копченый лосос, мусса пармезан. Сколько нужно времени, чтобы подать блюдо? Ну, по 10 минут. Я вообще здесь просто узнал, что есть такие блюда. Но это вкусно все равно. Мне нравится. Все, которое экзотик, мне нравится. Уже начинаешь, чтобы он будет четко. Чтобы он был ровным. Да, ровно и нормально. И выглядит хороший тоже. Как ты думаешь, дома можно повторить этот рецепт? Да, конечно. Конечно. Это несложно. Все-таки первый блин комом. Да, всегда так получается. Просто есть, который один не получается, и потом все получается идеально. Он капризный, да? Да, он как ребенок. А можно я один попробую? Ну, я не против. Поехали. Готов. Вот, сейчас я чувствую, что вы готовы. Ну, я бы еще подержала. Да, подожди еще. Чуть-чуть потихонечку и сразу. Опла. Идеально. Идеально. Да даже лучше, чем у меня. Русские мне рассказали. Ну-ка. Они сказали просто, блинчик, он должен без дырки, он будет просто ровно, просто так. Но это, мне кажется, просто с временем у меня получается самый идеальный блинчик в мире. У меня жена повезло. Очень. Я наоборот не люблю, которую она приготовила. А даже если не вкусно, скажи вкусно. Пользу мы пожарили блины, нам идет сыр пармезан. Надо добавлять сюда. После сыр пармезан надо добавлять лосос копченый. 20 грамм, ну получается 60 грамм. Давай будем пробовать. Сначала, как у вас? Честно. Честно. Да вкусно. Вкусно? Угу. О, слава богу. Он очень вкусный. Класс. Я обожаю такие блинчики.